О, мы в эфире. Здравствуйте. Итак, скоро наступит день, который мы все так долго ждали. День выбора директора школы. Мы предвыборная кампания Артема Игнатьева, и сейчас мы проведем опрос по поводу кандидата на должность директора школы Игнатьева Артема среди наших учителей. Здрасте, Марина Юрьевна, можно? Марина Юрьевна, мы тут вам пару вопросов хотим задать. А вы знаете кандидата на должность директора школы Игнатьева Артема? Конечно, знаю. Это ученик из моего любимого 11 Б-класса. А что вы можете о нем сказать? Он добрый, ответственный, способный ученик, очень умный. Он победитель многих олимпиад, особенно по математике. Спасибо, Марина Юрьевна. До свидания. Здравствуйте, Марина Анатольевна. Здравствуйте. А вы знаете кандидата на должность директора школы Игнатьева Артема? Да, конечно. Имела честь с ним познакомиться. А что вы можете сказать о нем, поподробнее? Вы знаете, мне предоставилась уникальная возможность вместе с этим молодым человеком принять участие в подготовке прошлогоднего конкурса «Учитель года». Я настолько была поражена его талантом, его умением держаться на сцене, вести диалог. Просто, я в восторге от этого молодого человека. И, наверное, не совру, если скажу, что я бы и еще раз поучаствовала в каком-нибудь мероприятии с его участием. Все, спасибо большое. Ты думаешь, она сильно расстроится, что ты не хочешь? Нет? Здравствуйте, Надежда. Можно? За столик заходи, что случилось? Я вам пару вопросов хотел задать. Так, слушаю. А вы знаете кандидата на должность директора школы Игнатьева Артема? Да, знаю. Это ученик 11 Б-класса. Очень приятный молодой человек, по мнению своих одноклассников, по мнению учителей, пользующийся большим уважением и авторитетом, отлично успевающий, приятный, воспитанный, спортивный. И я думаю, что это достойный кандидат на пост директора школы. По крайней мере, я не знаю других участников, но за этого участника я бы проголосовала с удовольствием. Спасибо большое. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Знаете ли вы Игнатьева Артема? Да! Он спортивный? Да! Он стремленный? Да! Он любознательный? Да! Он победит? Да! A crazy ass, all my crazy ass bitches. Админ, давай отзыв. Тут должно быть больше.
А где бизнес? Другое дело. В общем, ребята, Артём должен победить в этом конкурсе, потому что он отличный друг и отличный товарищ. Голосуйте за него. А еще больше активности в нашем послушном, ведь так будет жить веселее. До встречи. Извините, из-за технических неполадок мы вынуждены прервать нашу шикарную трансляцию. Но от тебя я хочу добавить. Тёма, я за тебя. Я за тебя. И поэтому ты лучше. Upstairs, I got sounds in the house.